Агрофирма «Авангард» приступила к модернизации фермы в деревне Ложкино. Бывший коровник перепрофилируется под ферму для 200 голов коз токенбургской породы. Мы в этом году привезем, на карантинные мероприятия проходим и начинаем крит. Но мы осенью должны получить уже приплод. Это особенная такая порода, жир хороший, приплод хороший. И наш руководитель хочет, чтобы у нас в Угличе не только был коровы, продукции и только овец, и чтобы было хорошее молоко. Из этого молока мы будем делать сыры. В течение этого года и следующего года и мы постараемся довести 200-280 голов уже дойного. Ну, через два года, я думаю, что у нас будет 350 голов. Агрофирма «Авангард», работающая в составе агрохолдинга «Агриволга», много лет специализируется на растениеводстве и овцеводстве. Имеет статус племенного завода по разведению романовской овцы. Здесь же выращивают дерсетов. При скрещивании двух пород получается новая F1, дающая отличное мясо. До недавнего времени хозяйство также занималось крупным рогатым скотом, однако в прошлом году собственник принял решение перейти на более узкую специализацию. Собственник принял правильное решение, что каждое хозяйство должен одной. Вот есть в хозяйстве «Авангард» и овцы, и коровы. Это, видимо, неправильно. Заниматься так одним делом. То есть мы занимаемся теперь только овцеводством и козоводством, и растениеводством. А наших он не ликвидировал коров, а разместил ряд наших хозяйств. То есть это в мир ушли и ушли земледелец. Директор агрофирмы «Авангард» Манвел Данилян изучил ситуацию на рынке и познакомился с моделью козоводства в соседних регионах. Переняв опыт, убедившись в эффективности производства и низкой конкуренции, уверен в успехе. У нас уже контракт подписан, уже сегодня первая часть оплаты пройдет по дойке. У нас уже здесь, видите, уже идет. И у нас уже оплачено за коз. У нас проплачено уже 30% в Швеции. Это завоз был из Швеции. Швейцарские козы они. Их нигде нету, кроме вот что там держится. Но здесь хорошая порода. Она высокоудойные козы. Мы изучали. Зоотехники еще изучают. Они сегодня средние, суточные. 2,2 должны доить они нам. Токенбургская порода выведена в Швейцарии в долине Токенбург. Она отличается красивым окрасом и высокими удоями. Молоко, благодаря высокой биологической ценности и легкой усвояемости, широко используется для детского питания. Сейчас идет реконструкция, идет сейчас клеток. Здесь дальше будет идти уже накопитель. Вот эту клетку выгоняем, загоняем здесь, они там постоят, и потихонечку по 12 голов загоняем на дойку. У нас дойка на 12 голов сразу. А дальше будет там, в той ферме будет вторая половина фермы, будет это у нас молодняк. Реконструкцию фермы планируют завершить в конце апреля. За короткий срок предстоит отремонтировать окна, заменить ворота, побелить стены, залить полы. В начале мая ожидается поставка нового доильного оборудования. Завоз токенбургских коз запланирован на август.